Так, что, привет всем. Погодка, гляньте, какая классная. Только для переезда. Дождик всю ночь идет. Поливает, увлажняет. Прям красота. Что, надо будить этих моих всех жителей. Люся уже мечется по аквариуму. Хавать все хотят уже. Хавать хотят, капец. Так, ты, Михалыч, подожди пока. На паузу тебя поставим, про рыбалку смотрю там. Что тут? Вы живые головы? Что вы головы? Живые, нормально все. О, спирулинку, смотрю, подобрали самые за ночь. Это хорошо, кусочки тут были. Эти тоже все голодные. Пошли включим стойку. Тут, конечно, срачара на кухне. Неимоверно. Ну, а что поделаешь? Это переезд, это такое. Так, вот это сегодня две бадьи. Одна пустая, у меня есть бутылка вот эта. А это наполовину полная. Доберу ее, отстойная вода есть у меня. И вторую наберу, чтобы отстойная вода там была. Потому что вот этот аквариум сейчас утром поедет туда. Вот эта стоечка. И два вот таких вот аквариума. И вот этот поедут сегодня туда уже, на новое жилье. Что вы тут, гупера? Похавали всю молодежь? Конечно, похавали, ё-моё. Да, полупашили всех они. Бля, тут красивенький аквариумчик, да, получился с этими гупехами. Такой интересный, да? И они тут разные, тут он и кобрята, смотрю, есть. Ой, я повылавливал жменями, их на магазин поотвозил. Надо себе будет оставить. Вот этих вот эндлеров где-то. Уж, конечно, шо, хижиганы они такие. Валерчик, что ты? Валера, опа, что там, Валера, ты подъедаешь? Что ты охраняешь там что-то? Что, опять кладка была? Да не. Если была кладка, это б на кладке была подруга. Так, что тут у нас? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Нормально все. Заляпанный аквариум, конечно, ничего. Сейчас накормлю их тетрой. Кофейка попить, самому бахнуть, жахнуть и... О, завалили крипту. А то уже я завалил ее, когда вылавливал на магаз вчера. А может и нет. Не помню. Ну, в общем, хавай, смотрю, все хотят. Смотрите, повылазили какля. Сейчас я протру. Протрем чуть-чуть мою лобовушку. По машине тоже, сука, тянут кота за яйца эти мастера. 2 дня, уже четвертый день идет. Да ну то, а нахер ты мне говорил тогда, на город утянул бы, давно уже сделал бы. Тоже держит теперь. Опа-на. А что тут за хвостяра торчит? А, это он занял свое дупло, занял этот анцик. Это анцик, это его было дупло, это то, что у меня вот там была вот эта шестяточка там. Это он оттуда. О, все. Не, еще живой, гляньте, этот с подбитым глазом. Еще дышит, надо его выбросить, чтобы он не мучился так. Уснул без воздуха и все. Ну все, ребятки, сейчас буду кормить. Ой, тихо, бахнул, бах, видели, полетели стулкой ударил, они все аж дернулись все. Так, 3 минуты. Просто я по скорости, я не знаю, сколько он будет выкладываться, этот ролик. Так, а где моя та вторая банка? Куда я ее с теми гранулами? Я не знаю, куда я ее дел. Покормим такой вот хренью их туда сейчас. Хай они кайфанут. Только надо ее вот так вот делать, чтобы они, понятно, меченосцам по верхам сейчас пойдет. А вот этим я вот так вот сделаю. Сейчас он, видите, вот так беру прям и вот так вот опускаю прям в воду. Хоп, он намок и пошли они на дно все. Все, достаточно. Холодненькая водичка, они без кипятильника стоят. Сколько у меня тут? 23 градуса. 23 градуса. Так, ну все, достаточно вам перекусить пока. Ну вот, наверное, надо будет потом следующий аквариум освобождать, вот этот. Посмотрим, подумаем, там уже по месту определимся. Или вообще-то, в принципе, можно, я же говорю, Валера, наверное, поедет со своей семьей самый первый. Вот в этот аквариум, скорее всего, да. Валера первый, потом вот этот аквариум, вот этот можно аквариум сегодня освободить тоже. Все растюхи поубирать, повыбирать.
Надо еще сейчас будет ехать туда смотреть, что там с теплом, что там с отоплением, воду хай приезжает делает, потому что мне некогда там заниматься водой, вода еле бежит, какой-то фильтр там открути, это самое, смотрите, холодно, видите, рыба стоит неактивная, не позалипали плавники, но тем не менее, по рупешке я вижу, когда ей холодно, она опускает плавник, вот так вот, короче, вот такие калачики, ну все тогда, ребятки, буду я дальше кормить всех. 5 минут. 5:30. Да нате уже, давай уже всем дадим. Нате вам чуть-чуть. Тут надо совочек такой детский, знаете, как для песочницы. Бросать вот это и кормить. С лопатки. Тихо. Да, да, да. Бегом, бегом. Бегом. Сегодня еще ехать никто не будет из них. А там хрен его знает. Тут не знаю, живешь сейчас одним днем. Вот такие дела. Так, этим кинули, этим кинули, этим кинули. Ну все, тут все накормлены. Кроме вот этого аквариумчика, да? Ну, а ты сюда кинем. Ну, а тех я уже сейчас покормлю. Где же та баночка моя делась? Может, она там у меня стоит? Я не знаю. Возможно. Возможно. Нету. Куда я ее замаюсил? Куда-то я унес ее, а куда я ее мог унести? Я что-то... Куда я ее мог затянуть? Хруст, хруст, бля. Куда я ее затянул? Там с гранулами. Что я вам показывал, я ее не вижу вообще. Так, ладно, включить. Есть вода, хватит, бля. Так, тогда ладно, буду я, что-то я не нахожу ее. Ну, где-то найдется, что, бля, вчера была, а сегодня уже ее была-то загула, да? Бля. Как сквозь землю провалилась. Ладно. А, вот она стоит. Вот она. Намотана. Пошли покормим с вами. Тех уже всю команду уже быстренько прокормили. Мне надо закругляться и заниматься делами. Идти тучи разгонять. Я эти тучи разгоню руками. Сейчас мы им дыртюшки дадим, соответственно. Если бы я постоянно, вот это сколько они сейчас на сухаре у меня сидят? Дня 3, наверное, уже. Они подросли. А сейчас, конечно, на сухаре. Они едят, набивают себе животы, но он не такой, конечно, питательный, как мотыль, циклоп, артемия. Тем более артемия. Так, а этим же как? Этим насыпом. Этим только насыпом. Уже потерпите, там уже вас буду баловать. Уа! О, нормально сыпанулась такая жменька. Ну вот это она сегодня вам и все. Смотри, как я их закормил, да? Как обычно, от души, от души, от души. Перекормом они у меня не страдают. По крайней мере, этот аквариум. Ну, барбусы могут налупашиться. Ну, хотя тоже не были. Ну, вот эти могут огненные набить себе. Кендюхи. О, Степа хай хоть понаедается. Ну все, ребята, это вам на целый день тогда. Все, всем спасибо за просмотр. Подписываемся, кому интересно. До новых встреч в эфире. Обнял, приподнял. Подбросил, поймал. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Ох и Степан, да? Не маленький такой Степанчик. Степанит.